Своеобразие Поленова и избираемые им сюжеты во многом определились средой, в которой он воспитывался и рос. Художник родился в Петербурге в старинной дворянской семье, где чтились традиции, сформированные еще во второй половине XVIII века. Наверное, поэтому Василию Дмитриевичу так хорошо удавалось передавать особый мир русской усадьбы, красоту природы и обыденную жизнь людей. Бабушкин сад – ностальгическое полотно, соединяющее в себе прекрасный пейзаж и трогательную бытовую сценку. В этой работе Поленов проявил себя как величайший мастер пленэра и тонкий романтик, сумевший одухотворить природу и выстроить ее диалог с человеком. Подобное взаимопроникновение жанров и размывание границ стало определяющим для русской живописи в следующее десятилетие. На холсте изображено старинное имение. Сад, некогда ухоженный, цветущий, ныне больше походит на лесную гущу. С дома, возвышающегося на заднем плане, потихоньку облетает штукатурка, обнажая старые бревна. В XIX веке дворяне, не имевшие достаточно средств при строительстве особняков, вместо камня использовали дерево, затем штукатурили стены и покрывали их краской, чтобы создать видимость кладки. Социальная тема запустения родового гнезда, хотя и присутствует на картине, но не является главенствующей. Поленов намеренно использует прием театральных кулис и показывает особняк лишь частично, скрывая его в гуще зелени. Перед зрителем отчетливо предстают только портик, парадная лестница и часть стены. Вышедшие на прогулку женщины, очевидно, владелица и ее внучка, обретают невидимую связь с имением, которое обозначается тонкими, едва уловимыми рефлексами коричневого и розового оттенков. Костюмы двух женщин невероятно точны. Темно-коричневый салоп и белоснежный накрахмаленный чепец старушки отсылают к началу XIX века. А нежно-розовое платье девушки – к моде конца 1870-х годов. Переклички с цветом нарядов и формой дамских фигур наблюдаются также и в окружающих деревьях и травах. А пробивающаяся сквозь буйную растительность молодая поросль выступает рефреном преемственности поколений. Образ девушки написан художником с любимой сестры Веры. К слову сказать, они с Василием Дмитриевичем были близнецами. Старушки угадываются черты бабаши. Так в семье живописца любовно звалась бабушка по материнской линии Вера Николаевна Воякова. Художник считал, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. Вероятно, это и определило основное восприятие картины. Она не вызывает чувства жалости или сожаления. Например, ясно ощущается идеалистическая светлая грусть от созерцания неизбежного течения времени, смены лиц и декораций в бурном потоке жизни. Подобная поэтизация прошлого была не свойственна критическому реализму. Созданию аллегического настроения способствует и колористическое решение. Используемые пепельно-серые, серебристо-зеленые, бледно-розовые, сиреневатые и песочные оттенки придают полотну нежность и изысканность. Заметно также стремление к эмоциональным и визуальным противопоставлениям. Открытая лужайка и густая масса деревьев
яркое голубое небо с белыми облаками и темные заросли старого парка.